На молодежном чемпионате мира по боксу, состоявшемся в Испании в ноябре, армянский спортсмен, действующий чемпион Европы в весовой категории до 60 кг Эрик Исраилян, стал золотым призером. В финале армянский боксер победил соперника из Грузии единогласным решением судей. Вернувшись с победой на родину, боксер устроил спортивному начальству холодный душ. Пожаловался на Федерацию бокса Армении, отметив, что его не только не встретили в аэропорту как чемпиона, но даже не поздравили с победой. Исраилян заявил, что не чувствует себя оцененным по достоинству, и если его подозрения оправдаются, то он покинет Армению и будет выступать под флагом другой страны, добавив, что приглашение из-за рубежа уже есть. В назревающий скандал вписался главный спортивный чиновник Армении, экс-популярный спортивный комментатор Карен Гилаян, который устроил боксеру прием и выразил уверенность, что достижение Исраиляна – это только начало побед. Спортсмен после этого заявил, что всегда чувствовал поддержку государства, получая пособия и именные стипендии. Исраиляну после несостоявшегося скандала государство обещало около 4 тысяч долларов за победу на молодежном чемпионате и еще 2 тысячи за титул чемпиона Европы. А в сумме за 22-й год спортсмену выделят более 11 тысяч долларов. В интервью Русарм.Инфо точку в неприятной истории с молодым армянским чемпионом поставил его старший, намного более титулованный и знаменитый коллега, армянский профессиональный боксер, многократный чемпион мира Артур Абрахам. Он всегда выступал под флагом Армении и не собирается выступать под флагом другой страны. Я его хорошо знаю, у него нет такого намерения. У него большое будущее, и он еще много раз высоко поднимет армянский флаг. Такие ребята, как Эрик, очень редко рождаются в Армении. Он очень сильный и умный боксер, и мы еще часто будем слышать его имя.